25 мая Санкт-Петербург порадовал всех любителей силовых видов спорта нешуточным шоу. Усилиями Питерской федерации пауэрлифтинга и Фонда развития атлетизма на берегах Невы состоялся традиционный всероссийский турнир «Кубок титанов» с призовым фондом в 500 000 рублей. Побороться за столь внушительные призовые в северную столицу приехали 15 лучших атлетов страны. Сегодня выступают тяжеловесы, соревнование называется «Суперкубок титанов». Участвуют сильнейшие спортсмены России, среди них сильнейшие заслуженные мастера спорта Суслов, Драгобужев, Александр, Потыный Максим, ну и другие. Критерии отбора на Кубке титанов были достаточно просты. Надо было весить не меньше 100 килограмм и поднимать не меньше тонны. Исходя из заданных параметров, можно живо представить, что за люди собрались в этот весенний день в спортивном зале военного института физкультуры. Оставить равнодушным это действо не смогло никого из числа ценителей железного спорта. Честно говоря, я 10 лет не был на этих соревнованиях. И вот сейчас вот побывал, как будто заново родился. И хочется просто-напросто сорваться, подойти к этой штанге и поднять. Я хочу, честно говоря, пожелать ребятам вот именно легкой штанге, чтобы они успехов в этом тяжелом именно виде спорта. И хочу, конечно, чтобы этот вид спорта был олимпийским. В борьбу за кубок вступил и признанный лидер лифтерской сборной Андрей Беляев, ставший главным героем недавнего национального чемпионата. Но подняться на пьедестал почета у Андрея не получилось. Судьи были категоричны по судействию его жима, и не все получилось с тягой. Меня удивил Беляев Андрей, потому что для своего веса он поднял очень большую сумму. Но даже в такой, по-настоящему чемпионской кампании, нашелся-таки один выскочка, с самого начала обозначивший свои претензии на чемпионство. Этим возмутительным спокойствием стал москвич Андрей Маланичев. При выполнении первого упражнения приседания было установлены рекорды от Суперкубка титанов. Маланичев установил рекорд приседания к 460 килограммов. В каждом из движений Андрей установил рекорд турнира, а в двух приседе и тяге показал результаты мирового уровня. В итоге, собрав в сумме 1165 килограмм, Андрей стал победителем Кубка титанов и обладателем 180 тысяч призовых. Чем мы его и поздравляем. Очень сильные ребята. Вот, я рад, что я среди таких сильных ребят стал лучшим. Я чувствовал, что я мог больше присесть на 10 килограмм, мог на 5 килограмм больше пожать и на 2, и на 10 больше потянуть. Мне четвертый подход просто не дали, сделать. Вот. А так бы я мог, да, у меня был запас хороший.